Интегральный стереоусилитель фирмы Sony. Модель называется TA-FB940S. OR. Серия QS. Это предтоповая серия. Топовые там пойдут уже ЕС-ки. Аппарат очень надежный. Собран на... Вот даже здесь лямба есть. На мосфетовских транзисторах. Трансформатор у него... Вот там вот видно тороидальный, такой здоровый, круглый. Звучание мощное, динамичное, качественное. Вот, все управления у него тут под такой здоровой массивной крышкой. Состояние отличное, все эти петли, все в отличном состоянии. Значит, кнопочка включения, пульт у него вот такой родной. Может управлять всеми компонентами. Я уже снимал как-то видео MDD-деками, CT-деками, даже кассетной декой, которую я недавно делал обзор. Значит, тюнером даже может управлять. Прошу его любить и жаловать, как бы. Значит, окошечко приема этого пульта. Значит, здесь выход на наушнички 6,3. Две пары акустики А и Б. Сопротивление от 4 до 16 Ом. Значит, А и Б от 4 Ом, а если будете АБ подсоединять две пары, значит, только от 8 Ом. Значит, фильтр Bass Treble, баланс, фильтр Lowness, понижение, расширение диапазона на малых громкостях. Я устал уже повторять, я считаю, что это расширение, ну, как бы добавление баску такого. Ну, так оно и есть. Значит, субсоник фильтр – это ультранизкие частоты, тоже когда динамики там стоят, акустика с открытыми грилями, в паузе они трясутся, а когда нажимаешь вот этот вот фильтр, он прекращение динамиков. Я его называю биение динамиков. Так, значит, это у нас на запись тейп, монитор, обход входов у него, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Можно переключать вот этим колесиком. Можно переключать с пульта. Есть кнопочка Source Direct. Обход тимброблок. Отключает тимброблок. Сигнал идет напрямую, не минуя цепи улучшайзера. Вот так вот он выглядит. Морда алюминиевая. Вот, тяжеленький. Так, все по нулям поставил. Сзади, значит, у него контакты для фона позолоченные, для CD позолоченные, и для тюнера тоже позолоченные. Производство Япония. Тут земелечко для фонокорректора. Фонокорректор представлен головочками ММ. Вот такие вот у него коннекторы на выход, на акустику. Здоровые, зажимного типа. Значит, можно подключать бананы. Вот такой вот у нее серийный номер. Вот производство Япония. Две проходящие розеточки. Питание 220 вольт. Никакого понижающего трансформатора не требуется. Включаем нашу сеть и радуемся прекрасным композициям. Так, ну, включаем. Значит, выбираем CD. Вот с пульта. Значит, громкость у него моторизованная. Вот релюшечка сработала. Вот так сюда. Вот громкость щик. Колесико побежало. Тут дым, сюда дым. Потише сделаем. Так, значит, что? Начнем мы с Source Direct пока. Лампочка светодиодная загорелась. Значит, ну, переключаем немножко сигналы. Так, такой, сякой, пятый, десятый. Все переключает, все с пульта. Так, мы будем выбирать, значит, у нас CD. Так, где у нас CD? А, вот. Вот, выбрали CD. Кладем пультик. Закрываем. Не, не будем закрывать. И включаем фонограмму. Ставим на 9 часов. Пока все выключено. Обход Source Direct.
Выключаем SoftDirect. Не люблю это дело. Люблю я басы. Баска высоких. Лондос. Закрываем. Ну, этим тоже можно выбирать, как я говорил. Этого пульта нет. Этот будет комплектоваться. Цвет алюминий. Алюминий всегда ценится чуть дороже, чем черняга. Не знаю почему. Если, допустим, по Википедии читаешь ресивер Саба, допустим, в Германии на момент выпуска черный стоил 1180 дойчмарок, в серебре 1280. Вот с какого хрена одна и та же модель в серебре стоит дороже, это не ясно. Ну, народ, видать, голосует за серебро. А если шампань, то вообще сказка. Правый канал, стерео, левый канал. Ничего не хрустит, не трещит. Так вот, прекрасный, распрекрасный усь. Прошу его любить и жаловать.